Официальная хроника. Глава района провела сегодня плановое совещание с руководителями управлений и подразделений. В первую очередь Алена Загойская поблагодарила всех, кто принял участие в благоустройстве и наведении чистоты. В то же время призвала жителей Майданова активно подключаться к работам. Без вас нам не справиться. Мы ждем вас на мероприятие, которое будем ежедневно сейчас проводить с 2 часов дня на территории Майдановского парка. Приходите. Инвентарем обеспечим. Затронула Алена Сокольская вопросы вандализма. Под рукой этим людям попадают не только отремонтированные фасады домов, но и новые павильоны на Советской площади. Человек за собственные средства для города приобрел шикарные, я считаю, павильоны, которые мы выставили на Советской площади. Ну скажите, у кого же руки поднялись разрисовать-то? К слову о нестационарных павильонах глава района еще раз подчеркнула, убрать их не самоцель. Задача – привести к единому стилю. Готовы рассматривать каждого предпринимателя индивидуально, с каждым прорабатывать все моменты размещения, расположения. Но я еще раз хочу сказать, все, что на сегодняшний день перекособоченное, перекрученное, замороченное, разными цветами раскрашенное, город наш не красит. Более того, как правило, все это стоит без оформленных документов, то есть незаконно. Вот здесь не будет никаких других решений, кроме как приведения к тому стандарту, о котором мы говорим. Это же касается и рекламы. Не обошлось без кадровых решений. Алена Сокольская представила нового руководителя отдела торговли. Нового нашего коллегу, Писаревскую Наталью Николаевну. Пожалуйста, она у нас возглавляет отдел торговли. И я возлагаю большие надежды на предмет того, что вопросы с торговлей будут упорядочены. На планерке также обсудили ряд других вопросов. Подготовку к праздничным мероприятиям, мобилизацию доходов и ход призывной кампании. Когда бы вы не выступали?